Встречи в Щелковской областной больнице на улице Краснознаменской, где проходит лечение больных COVID-19, состоялась в утреннюю пересменку. 90 сладких наборов по числу врачей, медсестер и технического персонала помогли доставить в больницу активисты молодой гвардии. Внимание к врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу, который работает в таких тяжелых условиях, причем работает уже не один месяц. В этом корпусе 5 врачей и прикрепленный к ним персонал по 24 часа в смену стабилизируют состояние пациентов в реанимации и по 12 часов в обычном отделении. Конечно, внимание всегда всем приятно. Большое спасибо за то, что смогли уделить на время. Постоянно поступает достаточно много больных. Но на сегодняшний момент есть общая тенденция к некой стабилизации состояния. Очень приятно было отблагодарить все-таки врачей, потому что они каждый день несут такой труд, и мы за это им очень благодарны. Благодарить есть за что. 400 человек, которые проходили лечение от ковид в отделении на Краснознаменской, полностью излечились и были выписаны домой. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.